12:35. Всем еще раз здравствуйте. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник» в Крыму. Среда, 15 января на календаре. У микрофона обозреватель Светлана Разина. И прямо сейчас переходим к новой теме. Молодая мать из Томска дала своей новорожденной дочери матчество вместо отчества. Согласно семейному кодексу нашей страны, отчество дается ребенку по папе. Однако женщина решила поступить по-другому, объяснив, что к такому решению ее подтолкнул поступок отца, который бросил семью еще до рождения девочки. Женщина призналась, что до последнего момента не знала, зарегистрируют ли в ЗАГСе матчество или нет, одобрение получила лишь после того, как по словарям узнали, что есть такое мужское имя, как Марий, и от него оттолкнувшись, дали уже отчество Марьевна девочке. История стала публичной, разошлась по стране, вызвав бурные дискуссии. Вот и мы сегодня поговорим о тех самых матчествах или по-другому матронимах. Почему они начинают входить в жизнь россиян, нормально это или нет, давать отчество по имени матери. Общаться будем с гостями в студии. Кандидат психологических наук Юлия Евдокимова у нас в гостях. Юлия Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. И в студии вместе с нами кандидат филологических наук, доцент кафедры русского, славянского и общего языкознания факультета славянской филологии и журналистики Людмила Валеева. Людмила Владимировна, вас также приветствую. Здравствуйте. Соответственно, у нас будет два направления беседы. Филологическое и, собственно, наше психологическое состояние, когда мы хотим вот таким образом поступить. Сразу я по закону скажу несколько слов. Действительно, в России существуют два закона, которые регулируют вопросы о присвоении отчества. Это статья 58 Семейного кодекса, согласно которой ребенку дается отчество по имени папы, если иное не предусмотрено национальными обычаями или законами субъектов Российской Федерации. И статья 58 Федерального закона об актах гражданского состояния говорит, что человек после 14 лет только может поменять отчество на любое другое по желанию, в том числе и на матчество. Ну, а, собственно, вот матчество — это та часть имени, которая присваивается при рождении по имени матери, а не отца. Это я еще раз напомню для наших слушателей. Давайте разберемся. Вот эта мода на матчество, откуда она произошла, и это мужчины нас подтолкнули к тому, что женщины теперь начинают принимать подобные решения. Юлия Александровна, к вам вопрос. Сложно так однозначно ответить на этот вопрос, потому что в основе любой деятельности, как мы знаем, лежит мотив. И для того, чтобы нам узнать мотив, нам надо спросить конкретную женщину, почему возникло такое желание. А мотивация может быть очень разная, действительно. Вот сейчас мы прослушали мотивацию барышни, которая изменила на свое мачество. Это была все-таки обида. Но есть и ряд других мотивов. Вполне можно также даже сказать психологически здоровых. Ну, например, желание сепарироваться от своей семьи. Или, допустим, это может быть любовь к матери. Как мы знаем, Эрик Мария Ремарк уже после смерти матери принял второе имя матери. И мы как раз теперь благодаря этому знаем имя мамы великого человека. Это может быть бунтарство, это могут быть какие-то приоритеты культурного характера, это может быть давление членов семьи, в том числе творческие какие-то мотивы. Поэтому я думаю, что есть как невротические мотивы, смена матчества, мотивов вместо много. Отчества. А мотивов вы, много. Вы не назвали сейчас, вот, на мой взгляд, один из важных мотивов, это в современном мире такие явные очень тенденции к развитию движения, да, феминисток, когда сейчас у нас начинают суффикс «ка» прибавлять везде, где только можно. Авторка. Вот, да, вот я сейчас представляла вас, наверное, Людмилу Владимировну, я должна была представить как кандидатка филологических наук и доцентка кафедры русского, славянского, общего языкознания. Ну, то есть по этому принципу. Движение действительно идет, оно начинается с Запада, но и в нашей стране уже есть адепты этого движения. Да, наверное, я просто отнесла это к категории культурных особенностей. Потому что, когда мы отвечаем на любой вопрос, мы должны ответить, на самом деле, еще на несколько. Кто, где и когда? Кто принял решение? Это была мать. Это была какая-то соседка, которая порекомендовала. Насколько я помню, этой барышне, о которой вы говорили, она у кого-то услышала вначале, что есть такая возможная ситуация. То есть человек не сам, собственно говоря, принял такое решение. Потом, где это произошло? Мы знаем, что есть страны, культуры, этносы, в которых действительно есть
мачество. Uh-huh. Это считается абсолютной нормой. Я думаю, Людмила Владимировна еще расскажет. У меня еще один к вам, вот тут уже в завершении этого блока вопрос. Для вас, как вы считаете, стоит какую-то бить тревогу, паниковать? Уже, по-моему, новость настолько всколыхнула наше общество. Каждый практически сказал свое мнение. Мужчины в основном категорически против того, чтобы женщины давали свое отчество ребенку. Женщины в по большей части все-таки поддержали или остались на нейтральной стороне вот этого противостояния. Ну, а на ваш взгляд, есть ли в этом что-то страшное или какие-то вот особые опасные зарождения каких-то тенденций опасных для общества? При решении любого вопроса самое главное, что мы должны делать, это не паниковать. Потому что паника снимает рациональный контроль. Обсуждать это необходимо, в том числе спрашивая мнение. И в первую очередь меня здесь даже волнует больше не мнение мужчин или женщин, а больше меня здесь волнует психологическое благополучие ребенка, поскольку все-таки ему жить. Мне кажется, что здесь вопрос еще осознанного решения и в первую очередь, конечно же, ребенка. Когда действительно он достигнет возраста получения паспорта, человек должен сам решать, какое же закрепить все-таки мачество или отчество. То есть вы все-таки к тому склоняетесь, что мы живем в обществе неких традиций, если уже такие у нас правила, условия, традиции отчества давать по имени отца, то значит надо их придерживаться, если ребенок сам захочет поменять, пусть меняет, но уже после 14. Я, в принципе, против любых стереотипов, в том числе и жестко закрепленных традиций, поскольку все-таки современное общество более или менее инновационное, но при этом самое главное – психологическое благополучие. Если на данный конкретный момент для матери такое решение снимало какой-то груз ответственности отца, вины собственной о выборе такого человека, то, возможно, на данный конкретный момент для данной конкретной женщины такой поступок будет являться действительно важным, наверное, и верным. Потом впоследствии, это не глобальная такая проблема, которую потом нельзя поменять. Да, то есть все-таки возможно изменить. Но если это было прихоть, если это была действительно обида или злоба, то, возможно, даже в таких случаях имеет смысл вначале поговорить с психологом. Я думаю, в ЗАГСе вполне могут обратиться, в таких каких-то экстраординарных ситуациях, для того, чтобы данную проблему решить психологическим путем. Опять же, мы не знаем, как себя будет чувствовать ребенок, правда, с этим отчеством в течение жизни. Что сейчас дети с такими экзотическими именами? Мне кажется, уже женское отчество никого не удивит. Будут возникать вопросы. Просто табуирование имени отца проблему не снимет. Поскольку все равно он столкнется с вопросом, а как зовут твоего папу? Мы знаем, что очень часто учителя устраивают какие-то школьные посиделки, когда мы рассказываем о семье. То есть не возникнет ли большая психологическая проблема? Спасибо большое, Людмила Владимировна. Как филологическое общество посмотрело на этот вопрос? Я уверена, уже с коллегами так несколькими словами перебросились, обсудили эту тенденцию. Как считаете, правильно или неправильно нам переходить к такой модели, давать детям имена по маме, отчество по маме? Вы знаете, я считаю, что любое экспериментирование может быть, но у нас есть культурная традиция. И нарушать традиции, нормы, которые существовали в течение тысячелетий, все-таки не рекомендуется, не надо. Я хотела немножко отойти, можно, мы сейчас употребляем слово «мачество». Но есть термин «матроним», «оним» — собственное имя, аномастика, раздел науки собственных имен. А «мат» — это в данном случае мы говорим, что часть родового имени, которая присваивается ребенку по имени матери. А вот «мачество» — не совсем лингвистически корректная аналогия к слову «отчество». Как мы не скажем, например, «матерство», потому что это термин... «Матерство» — вместо материнства. Ну, матер, отчество, отеческий, отечество, отчизна, отечь – это, в принципе, формы, которые отходят к слову отчество. Поэтому не создает
ситуацию коммуникативного комфорта. И теперь, когда мы говорим о психологии, мы с вами говорим, что вот я тоже слушала некоторые выступления мамочек таких, они говорят, но все равно в садике, в школе дети не будут знать отчество. Мы забываем, что это не 20 век, 21, информационные сети, все прекрасно знают, и не знаем, как ребенок, в какой коллектив попадет. Поэтому коллектив бывает социально очень жесткий, и вот имя по матери, оно достаточно спорно. А теперь давайте посмотрим... Маменькин сынок, мы знаем, да? Маменькин сынок, или потому что Софья Ириновна, да, например, uh-huh. да, и начинается, а если жестокий социальный коллектив, ребенка можно и сломать. Это тяжело. Поэтому он 14 лет должен принимать решение. Если хочет мама поменять отчество, работай. Uh-huh. Создавая единомышленника, воспитывая единомышленника, а потом принимайте вместе решения. А вот все-таки как историк языка хочу немножко вернуться к 16, 17, 18 веках. Еще до 16 века фамилии не использовались в документах. Русский человек назывался или по имени-отчеству Данила княже Юрьев сын, то есть Данила княжич, сын Юрия, или Иван Елизарев сын, или же по имени-прозвищу Пробка Бешенов, Сенка Овчинников, и затем эти прозвища закреплялись в качестве родового имени Зима, Кулик, Медведь, Медведев. А вот в 16-17 веках вводится уже трехчленная система наименований: имя, отчество, фамилия. Сначала так называли, конечно, представители боярских родов, а уже с 18 века всех остальных: воевода Афанасий Иванович Нестеров. Что мы должны знать? Что, в принципе, матроним и в древние времена тоже был, поэтому мы встречаем русские фамилии, которые восходят к женским именам. Известный филолог Владимир Анушкин, известный оперный певец Юрий Марусин, Юрий Татенин, художник. Но мы должны сказать следующее, что, как правило, имена... Матронимы давали кому? Бастардам, то есть детей, которых социально клеймили. Очень-очень редко было принято давать матроним, только если это было связано с наследственными правами человека. Очень редкое явление. Известный эпизод в истории языка, когда Ярослав Владимирович, князь, своему сыну, Олегу Настасьевичу. Дал такое отчество. Да, вот, потому что он был рожден от наложницы. Это был небрачный ребенок. И отец пожелал передать престол, но Настасьевичем его называли, как правило, политические оппоненты. Ему очень хотелось называться Олегом Ярославовичем. Угу. Как все вокруг, которые рядом стоящие, конечно, князья. Негативно. Поэтому, когда в русской культуре, в русском языке давали вот такие матронимы или, можно сказать, отчества по женской линии, как правило, это нарушало зону, как мы говорим, психологического комфорта. Потому что общество патриархальное. Патриархальное общество. Но скажите, пожалуйста, у нас многовековые традиции. И когда сейчас мамочка дает отчество от своего имени, то есть дает матроним, ведь она думает прежде всего о себе. Она не так думает, она не думает о ребенке. Вот, потому что вот эта негативная компонент так и остается. Еще такой момент, если вы мне разрешите, то все имена, которые существовали в русской традиции, собственно, русские, канонизированные церкви, которые пришли из латинского, греческого, еврейского языков, они все приносили человеку удовольствие. То есть они все указывали на какие-то моральные, этические качества человека, на его положение общества, которые выражали понятия добра, радости, любви. И поэтому, смотрите, Алексей Алекса, греческого защитник, Регина с латинского царица, а славянские имена, посмотрите, Всемил, Доброслав, Любомир, Людмила, Светлана, Святослав, Ярослав, то есть Яра, герой. Вот. То есть все имена опять же создавали, как всякие имена, зону комфорта. Поэтому вообще слова со значением родства, они не должны вызывать некий такой, как говорим, диссонанс психологический, когнитивный, любой, социальный, асоциальный какой-то эффект не вызывать. А вот в нашем случае, да,
феминизм, да, конечно же. Сейчас уже нет понятия бастарда внебрачного ребенка. Сейчас все социально абсолютно самостоятельные. Но традиционная традиция сохраняется. И в головах это будет очень тяжело, конечно, меняться. Хотя, конечно, филолог, я считаю, что, например, вот как мы говорим, да, какой Михаил Иринович. Ну, почему бы? Красиво звучит. Да, звучат, в принципе, неплохо. Я тоже хотела бы это обратить внимание. Очень многие говорят, что мужское имя звучит достаточно сухо. Ну, психолингвисты. Mm-hmm. А вот как раз именно женский транскрипт, звучание, оно придает некой более такой плавно, мягкости. Мягко. Да. И вообще, собственно, мы видим, насколько меняет наше восприятие человека то, как звучит его имя. Вот даже предлагали здесь, Александр конечно... Сергеевич Пушкин или Александр Настасьевич Пушкин. Да? Разные варианты. Здесь, конечно, абсолютно соглашусь с тем, что имя это, пожалуй, Надежда. То, что употребляется очень часто, и мы нашим именем пользуемся очень часто, и на слуху всегда, и поэтому, конечно, комфорт здесь имеет большую роль, большое значение, чтобы, как говорится, не резало ухо. Вот в частности, по инсайдерской информации из нашего симферопольского ЗАГСа вариантов, когда хотели присвоить матроним ребенку, не было, но зато очень много случаев, говорят работники, когда приходят пары, которые зарегистрировали ребенка каким-то нестандартным редким именем, нарекли его при рождении, через какое-то время, полгода, год, они возвращаются и меняют это имя на более привычное, потому что не могут привыкнуть, очень режет слух, и общество не принимает, и, в общем, под всем этим давлением, или, может быть, свое решение просто поменяли на более обдуманное, вот свое эмоциональное, но приходят, меняют на уже традиционные стандартные имена, это тоже такая тенденция, многом говорящие. Я хотела один комментарий вам прочитать. Некой Стаси, которая под статьей о матронимах его опубликовала сегодня. Женщины больше вкладываются в детей, в их воспитание. В конечном счете вымываются из элементарного имени. Фамилия отца, отчество отца, а где же здесь мать? Не говоря уже о случаях, когда отцы вообще самоустраняются из жизни детей. Вот мне кажется, этим коротким комментарием очень хорошо объясняется, почему женщины все чаще хотят присвоить ребенку свое отчество. И, ну вот, наверное, здесь этих женщин понять можно чисто по-человечески. Ведь действительно у нас пока, несмотря на то, что общество патриархальное, но детям-то внимание больше женщины уделяют. Ну, в имени вообще очень много символического контекста, да, символического содержания. Для многих, получается, имя – это символ даже, допустим, воскрешения предков. Да, когда женщина может захотеть дать отчество не отца, а вот такие случаи часто бывают, а деда, допустим. Mm-hmm. То есть вот матронимы – это достаточно новая такая тенденция, но, в принципе, традиция давать мужское отчество, но по значимому для себя, символически значимому. Да, так часто бывает, согласна. Родовому какому-то имени, ну, такое, безусловно, бывает. И странно, конечно, но нам не казалось действительно вызывающим, когда мужчины носят имя с фамилию, вернее, женским контекстом. Вот много и вспомнили, но наиболее, наверное, известная такой и женская фамилия Ленин. Да, мы привыкли о том, что, ну, как воспринимать человека, как вождя. Да, но никогда не обращали внимания, что это женское имя, и никому это ухо не резало. По большому счету, это вопрос именно культурного восприятия, поскольку мы знаем, что очень во многих странах на самом деле дается мамчество или двойные имена. Угу. Есть даже идея в некоторых культурах о том, что обмен именами мужа и жены, когда называют ребенка или после замужества, допустим, муж принимает вторым именем имя жены, а это символизирует как бы вот этот обмен хромосомами, генетический обмен, слияние родов. И но для них это очень важно. Если мы говорим как раз о моменте справедливости, то, наверное, так гораздо справедливее, когда идет двойное имя или двойное отчество. Вот мы знаем, есть страны, западные, европейские страны, где ребенку дается, например, двойная фамилия и фамилия отца, и это нормально. Вот у нас все-таки еще, ну, не такая уж, конечно, сейчас редкость, но и не сильно часто мы видим двойные фамилии. На Западе это гораздо более распространено. Вот с точки зрения справедливости, какие у нас еще страны такие,
такие, знаете, стоят прям нейтралитетно во всем этом. Ну, мы знаем, ни маме, ни папе. Азиатские страны, это матрилинейная, да, культура, и в данном случае, как правило, дается имя по матери. А вот и в истории в современной Западной Европе мы говорим, конечно, прежде всего об испанской линии, дальше у нас скандинавская линия, там достаточно, кстати, с точки зрения психологической, опять же, когда давали женское имя сын, например, какой-то выдающейся женщины, когда она, например, была дочерью императора, а он был ярл, то есть ниже был статусом, тогда вот в истории есть Свен Эстридсен, то есть сын Эстрид, а мать была сестрой создателя скандинавско-английской державы Кнута Великого. И, в принципе, когда мы говорим о том, что дается по матери имя, отчество, да, матроним, мы, наверное, говорим, что, с точки зрения психологии, что женщина, может быть, ну, не знаю, вы, наверное, посоветуете мне, она как бы себе толчок, что ли, дает, что стать сильнее, увереннее, то есть, наверное, это еще и... Я бы другой момент отметила. Моральная поддержка. Какая-то собственная... Да, с точки зрения психологии, очень во многом ребенок это нарциссическое продолжение мамы. Мы это часто видим в инстаграмах, да, когда мама начинает выкладывать фотографии, это мы. Вообще, как бы даже называем мы, да, да, потерялась мы я. Да. Нет уже мы я ребенка, нет, я мама. Нарциссическое продолжение, понятно, желание действительно женщины таким образом увековечить, так скажем, свое имя в имени ребенка. Ну, мне, на мой взгляд, уже процесс этот идет, и вряд ли мы сможем его остановить. И здесь, наверное, учитывая все процессы, о которых мы сегодня сказали, и феминизацию, и вот все эти матронимы, наверное, мы должны уже готовиться к тому, что отношение полов выходит на новую стадию, и филологам, наверное, надо готовиться к тому, что скоро филологические нормы будут пересмотрены, и, наверное, если вы придете, может быть, лет через 5 к нам в эфир, я назову вас доценткой кафедры русского языка, вы уже не удивитесь так сильно, это будет нормально, как считаете? Светлана, об этом говорили еще лет 25 назад. И мы продолжаем быть доцентами, да, продолжаем. Я тоже, как Юлия Александровна, за эксперимент. Поэтому, если женщине комфортно дать свое имя в качестве матронима, бога ради, пускай. Главное, чтобы это не стало данью моде, чтобы это не стало модой. Потому что всякая мода, она краткосрочна, а ребенку жить и жить еще. Следующая проблема, я думаю, с которой мы столкнемся, сейчас мы знаем, что не в нашей стране, ну, на мой взгляд, все-таки, слава богу, это не является таким ярко выраженным экспериментом, ну, например, семьи геев, которые усыновляют ребенка, а там папчество, отчество, по маме номер один или по родителю номер один, да, или по родителю номер два. Я согласна, думаю, это будет более актуальная проблема на данный момент. А ведь процессы идут, и идут. Хотим мы этого, да, или нет. И я думаю, в нашу страну, уж не знаю когда, но, скорее всего, они до нас дойдут, поэтому уже сейчас надо как-то понимать, как к этому хотя бы готовиться. Спасибо вам большое, Людмила Владимировна и Юлия Александровна. Были у нас в эфире. Кандидат психологических наук Юлия Евдокимова и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского, славянского и общего языкознания факультета славянской филологии и журналистики Людмила Валеева были сегодня вместе с нами. Я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо. До свидания. Спасибо.